Hello everyone. I'm glad to see you guys. Now, я в Амстердаме, да? And I reading book, yeah. Okay. National Geographic. Oh my gosh. Okay. Well, for geographic photographers, the world beyond the United States is professionally just another segment. But working conditions abroad can be very different from those at home. Что я хотел сказать этими строчками? Я хуй его знает, если честно. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы на канале Женек, и с вами лучезарный амстердамский, ни в коем случае не евший кексы, Педро. Кексы интересные всякие, с орехами, с добавками шоколадными, ванильными и т.д. Надеюсь, вы поняли, про что я говорю. Ребят, я очень сильно по вам скучаю. Я уже хочу... Нет, я не хочу врать. Я как бы хочу еще поотдыхать, но в то же время я хочу уже быть дома, чтобы я в потоке снимал видео, в потоке постил бусти, нормально сидел в канале. У меня все сейчас обрывисто, потому что я не знаю, как вам передать. Это мой первый евротур, когда вот мне прям все так сильно нравится. Я вот хожу, допустим, по Амстердаму, я реально смотрю на эти лодки, я смотрю на воду, я смотрю на дома. Мне ничего не надо. Я просто вот хожу, и типа я просто в шоке с того, как это все красиво. Поэтому для вас есть хорошие новости. 24 числа я уже буду дома. 24 числа до конца месяца можете сделать запись экрана. Да ладно, я шучу, не надо меня проверять. Я взрослый человек, я знаю, о чем я говорю. Короче, я буду снимать ролики до конца месяца, потому что у меня в этом месяце был такой... провальчик небольшой, да, потому что я отдыхаю. Вот, но в целом, либо позлорадствуйте, либо порадуйтесь. Я отдохнул на процентов уже 70-80 точно, мне осталось всего 4 дня. Очень кайфово, очень классные страны, очень классные города. Я безумно доволен тем, что у меня есть возможность так путешествовать. Это очень круто, это все еще и благодаря вам, и благодаря моему труду. Короче, все звезды сошлись, я отдыхаю, и это супер. Огромное всем спасибо, что следите за моим гедонизмом. Где следите, спрашивается? Конечно же, в Телеграме. Телеграм будет по ссылочке в описании, ребята, переходите. Подписывайтесь, но с другой стороны, если не хотите, не переходите, у меня там и так вечно отписываются люди, может, мне нравится, что я отдыхаю, я не знаю, просто типа приехал отдыхать, там запустил фотку, типа вот, ребята, Эйфелева башня, вот я был в Испании, вот сюда ходил, минус 800 подписчиков, думаю, ну, наверное, слишком некрасивые фотки, либо я ублюдок, либо у меня вскочил прыщ, либо просто им не нравится, что я, не знаю, ребят, короче, вот, кому интересно, кто добрый человек, переходите, подписывайтесь, вот, такая вот информация к этому часу. Надеюсь, что звук и свет приемлемый. Снимаю на свою маленькую замечательную пусечку. Спасибо большое всем за рекомендации купить эту камеру. Ильдар, если ты смотришь этот ролик, а ты, конечно, смотришь, спасибо, что порекомендовал. Камера потрясающая. Сегодня смотрим с вами особняк Милф. И перед просмотром последнее, что скажу, это подписывайтесь на Бусти. Я приеду после 24 числа, сделаю отдельных по два, наверное, ролика, потому что я в отпуске, конечно, не работоспособный от слова совсем. Поэтому не переживайте, весь контент там будет, все хорошо. Сниму мужское, женское, сниму беременную в 16 украинскую. Если совсем будет тяжело там с языком украинским, то сниму супермаму украинскую. Короче, все продумаю, не переживайте. Также спасибо огромное за обратную связь по поводу ролика, где гигантский японский шмель жалит Койота Питерсона. Это тоже подписка с Бусти. Короче, ладно, у меня сейчас очень много слов, потому что я давно не снимал, я не знаю, что говорить. И, конечно же, спасибо, что покупаете мерч, ребята, мне очень приятно. Размеры еще есть, переходите по ссылке в описании, все имеется. А теперь, наконец-то, после тонны бесполезных разговоров для многих, а для многих, может, полезных, я не знаю, мы приступаем к просмотру «Особняк Милф». Это пятый выпуск первого сезона. Я желаю всем приятного просмотра, самых-самых-самых-самых, что на есть позитивных вибраций, добра, улыбок и т.д. С вами заряженный Педро, и мы, конечно же, начинаем смотреть прямо сейчас. А, ну и этот, вы что думали, я не буду клянчить лайки? Ребят, ну не позоритесь, пожалуйста. Прямо сейчас прожмите лайк, зная, что многие смотрят со смарт-ТВ. Понимаю прекрасно, но возьмите вы телефончик, одну секунду уделите, и я буду доволен. Вот, все. Спасибо большое, надеюсь, вот прямо сейчас все ставят. Ага, вижу, 137 лайков. 140. Ого, 322. Нифига себе, ребят, что вы творите. Спасибо огромное. Пишите комментарии, конечно же. Начинаем. Ура. Ранее в программе.
А ты думал, с кем бы хотел встретиться? Я об этом думаю сам. У нас, как обычно, идет, ребята, с вами освежение памяти, потому что был перерыв недели. Это как бы такой перерыв и должен был быть, но тем не менее. Приезда. Обо мне думаешь? Конечно. Я удивилась, когда он сказал, что думает обо мне. Он мне все больше нравится. Я бы с удовольствием сходил на свидание. Сайон мне нравится, но Шанна особенная. И я хочу узнать ее поближе. Как тебе моя внешность? Все-таки я дома в... Да, интересно, я когда-нибудь вылечусь от этой болезни, когда я говорю вам, типа, давайте освежим память, и потом меня начинает раздражать то, что я это все помню прекрасно, мне хочется листнуть на начало передачи. Я думаю, что не вылечусь, поэтому, ребята, я листаю, потому что я все это прекрасно помню. Хотя, вот это давайте освежим, это важно. Это отталкивающе. Он странно воспринимает ситуацию. Пришли результаты теста. Одна пара получила низший балл. А, ну выгнали этих двух людей замечательных. Так, все. Я не знаю, зачем я это все делал, давайте смотреть. Там же новенькие люди пришли, точняк. Женщины в поисках любви. Это самый, наверное, основной момент. Ну еще то, что Габриэль переночевал все-таки с... Я забыл имена, да? Давайте я немного себе память освежу в процессе и повторюсь. Ла-Пас, Мексика. What? Как вам реакция? What? Новый мама и сын? Что происходит? О, Господи, это какая-то шутка. Что? Боже мой, новая мамочка? Да она обычно выглядит не этот, не вызывающе никак, мне кажется, да? Да, думаю, да. Такого я не ожидала. О, Господи! О, конъюнктивитика-то у нашего второй шанс появляется. Только на будущее, бро, не надо рассказывать про, да, именно некоторые вещи, да, и некоторые болезни после этих вещей. И тогда, поверь мне, свидание тебе обеспечено. Я как человек с опытом, который это проходит. Привет, боже! Привет! Как дела? Как тебя зовут? Мне нравится, что я в любой обстановке вне дома чувствую себя не очень комфортно, когда сижу, потому что, ну, это не мое рабочее место. Я, знаете, сижу как школьник с такими узкими плечиками, типа, привет, ребята, сегодня смотрим особняк Милф, поехали. Лиза, Джоуи, очень приятно тебя. Лиза и Антон приехали, нифига себе, блин, крутая нахрен, это, блин, новость. Зовут Райан. У нас теперь два Райана, да? С отъезда Эйприл и Рики даже суток не прошло, а нам уже подселили новеньких. Слава богу, что подселили. Там просто два человека ходили, молчали абсолютно всегда. Пусть новенькие, может, разговаривать хотя бы будут. Я Райан, очень приятно. Мы теперь вообще не знаем. Ходил вчера в спа и купил водичку. Так и называется, спа. Спа-рием. Конечно же, натурал, минерал, вотер, да? Все у нас натуральное, все минеральное всегда. Чего ожидать? Ну, не знаю. Они произвели приятное впечатление. Но не уверен, что они вывезут все, что тут происходит. Они вообще готовы к этому безумию? Как тебя... Чел, да я более чем уверен, что они готовы к этому дерьму. Поверь мне, чувак, они просто возьмут и расхлебают это дерьмецо. Че ты думаешь, только ты можешь в этом справиться? Кому? Стефани. Я Лиза, Стефани. Я не запомню твое имя. Чувачок, послушай меня, я сам проходил некоторые проекты, я знаю то, что можно адаптироваться, я знаю то, что есть желание, ты можешь горы свернуть, если захочешь. К нам внезапно пожаловали новички, но только... Я купил себе кепку, можете меня поздравить в комментариях, пожалуйста? Как-то странно в этой камере, она смотрится, как будто у меня голова какой-то полумесяц огромный. Что это такое? Алло, ребята, всем привет, меня зовут Кит, слушаю вас. Ладно, лучше все это подрезать. Алло. Я в бикини, она в платье. Она мне не ровня. Привет. Я Эйприл. Я родилась в апреле и запомню твое имя. Боже. Я Райан, а это моя красавица-мама Лиза. Если честно, выглядит как супружеская пара какая-то 35-летняя. Спасибо, дорогой. Очень приятно, Лиза. Мы уже обнимались. Еще раз? Ну да. Мама очень яркий человек и душа компании. В 80-е и 90-е она была актрисой и до сих пор очень общительная.
Я второй Райан. О боже. И до сих пор очень общительная. Это странная формулировка, если честно. Райан разносторонний мальчик. Очень творческий, рисует, сочиняет музыку. Он такое нарисовать творчески. В чем тут творчество? Краской накалякать вот так вот просто на рандом что-то. Не смешите, ёпты, ребят. Потрясающе. А я вообще запись экрана делаю? Делаю. Ну так а чего тогда спрашиваете? Сюда, чтобы провести время с сыном и вместе найти любовь. Возможно, все это время мне не хватало именно его мнения. Ребята, секундочку. Я тут подумала, что вы не в курсе происходящего. Добро пожаловать, у нас тут ретрит для знакомств. Я вот не могу понять пока что, я знаю, что, наверное, не очень корректно так оценивать, но мы все-таки на таком проекте, поэтому я вынужден это сказать. Можете отписываться меня, отменять, уходить от меня, но мне кажется, вот эта вот новая девушка, забыл, как ее зовут, выглядит прям постарше всех. Хотя, вот прям сейчас на стоп-кадре видно вот сзади маму, я забыл тоже, как ее зовут, мама вот этого вот качка, который кому-то еще, по моему удивлению, в комментариях понравился. После вот того свидания, которое было с... Да, ребят, я забыл именно, какой ужас. Короче, он себя настолько отвратительно повел на свидание, что я даже не могу представить, как он может понравиться. Да, если вот забыть все, он симпатичный парень с хорошим атлетичным телосложением, все супер, но... Но нет, после свидания я уже не могу ничего хорошего сказать. Поэтому вот его мама выглядит примерно по возрасту, как и вновь пришедшая дама. Это мы знаем. Мы все тут мамы с сыновьями. Это наши... К чему это все? А, вот. И они, мне кажется, прям постарше всех выглядят. Ну, можете меня поправить, написать свое мнение, конечно же. Сыновья, да. Цель... Я еще плюс с вами сейчас буду есть ягодки. Вот такая вот есть у нас клубничная история. И вместе с клубничной историей, конечно же... Что это, ежевика? Короче, какая-то еще ягода. Знакомиться с сыновьями и забыть о возрастных предрассудках. И с матерями быть открытыми. Ладно, ребят, бог с ним, с этими передачами. Расскажите мне, как у вас вообще сейчас на личном? Не очень хочется сейчас обзор смотреть, я бы вот просто с вами поболтал бы. Ладно, извините. Ягоды такие вкусные, кошмар. Пытаюсь прощупать обстановку. Я не знала, что тут будут мамы, а встречаться нужно будет с их сыновьями. Я думала, что тут будут другие парни. Никто не знал. Скажу вам так, милочка. Идемте в бар выпьем. Да, выпить надо. То есть я знакомлюсь и с парнем, и с его мамой. Очень интересно. Зато сколько времени сокращается. Не надо вот этого вот переживать, ждать. Сразу приходишь, вот мама стоит. Я хочу с вашим сыном переспать. И там как бы либо да, либо нет, и не надо вот это. Все, прям вот, ну вот, в лоб. Подлить тебе текилы? При этом, конечно же, хотелось бы сказать, что выглядит она очень хорошо. Свежо, аккуратно, вообще все супер. Спасибо. Тут в целом все, если честно, выглядят очень хорошо. Салют. Это наш бармен. Ясно. И что ты умеешь? Он умеет творить волшебство. Да, он волшебник. Это же грейпфрут. Да. Я его... Я бы сказал, что это яблоко. Он такой кислый. И он убирает приторность. Ты вот очень сладкая, нужно сбалансировать. Я помню, кто-то в прошлой серии говорил, что Хосе, он такой дамский угодник вообще ко всем. И это на самом деле сейчас заметно. То есть он сразу же начинает прям активно. А это вот это, а это чтобы приторность убрать немного. Сладости добавить, так скажем. Да? Вот. Ну то есть он везде и со всеми. Это да. Хорош. Я сладкая? А он ничего. Я тоже сладкая. О, он прелесть. Я на 1000% уверена, что Лиза купилась на внешность и харизму Хосе, нашего мистера обаяния. Но я не сдамся. В момент еще кепочка назад и такое вот это. Хосе мой единственный. И я прослежу, чтобы он не оставался надолго с этой новенькой. Ты уже встречалась с парнями моложе себя? Да. Насколько моложе? На 27 лет. Мне еще даже 27 нет. А там
Просто обычная разница в 27 лет. И парни лучше в постели. Сделать напиток с грейпфрутом? Да. Поищу шейкер, ладно. Мужчины постарше не уверены в себе, и это раздражает. Их постоянно нужно подбадривать, будто ты их мамочка. Дорогой, ты прекрасен, все хорошо. Подумаешь, волос нет. Ты на меня посмотри. С ним надо постоянно сюсюкаться. Ты откуда? Из Бостона. Поняли, да, почему не нравится все-таки... старые мужчины. Дети они. Неважно, сколько им лет, это дети. Поэтому лучше взять ребенка, которого успокаивать не надо, потому что он понимает, что он еще ребенок, что все впереди. Отличная логика, я считаю. Старший инженер. Ух ты, здорово! Какое направление? Программное обеспечение, поняла. Искусственный интеллект. Ясно. Я люблю встречать... Малыш-то не лыком шит, с искусственным интеллектом работает на минуточку, ребята. ...с профессионалами. И я рада, что у Райана такая хорошая карьера. Он кажется старше. Ну, меня хоть рады видеть, нет? Даже вот при том, что картинка такая засвеченная, звук непонятно какой. Ну, скажите честно, не обманывайте. Я рад, что я здесь. Привет. А, ну я и дебил, конечно. Лет, и мне хочется узнать его поближе. Очень здорово. Спасибо. Интересно. Какой-то, не знаю, какой-то Тихон из Алёши Поповича. Просто какой-то конь прибежал, прискакал. Искусственный интеллект. Программное обеспечение. Немного растерялся. Я не знал, что буду встречаться с дамами в возрасте. Но мне... Ну скажите честно, не ребят, точнее, а дорогие дамы мои. Ну кто красивее, я или он? Ну, по чесноку, без лести. Давайте учитывать то, что, ну, правда, камера ну, нестандартная моя, да? Плюс я, конечно, отекший. Я признаюсь, я пью пиво каждый день. Ну, не пиво, а имеется в виду квас, да? Алкоголь я не употребляю. Поэтому я отекший, я это вижу по глазам. Ну, даже вот при этом, как вы, ну, что скажете? Вот он на стоп-кадре, я. Может, это не вставлять лучше? Сразу понравилась Стефани. Она симпатичная, одета элегантно. Возможно, я бы хотел узнать ее поближе. Мне очень важно почувствовать интерес. Кого ты пригласишь первый? Тебя? Это было быстро. Я буду его первой спутницей. Как же он прямо сейчас доволен, ребята. Он 100% с наслаждением за этим всем наблюдает. Стефани жаждет внимания. Ей нравится, когда мужчины ее... Я уже настолько сильно он душный, что мне уже становится плохо. То есть я как бы вроде как был на его стороне какое-то время. Я такой, да, да, нормально, там, расставь границу туда-сюда. Но он уже ходит, блядь, как какой-то, знаете, зануда вот эта противная, какая-то пробка в жопе. А ты вот ему внимание уделила. А если не придешь, то ты... Боевую. А я так и знала. Я не понимаю, что происходит. Она ручкой по нему повела-то, а? А почему все, ребята? Потому что искусственным интеллектом парень занимается. Она сразу такая, угу, значит, там есть какое-то количество... Да не то чтобы даже денег, а возможностей для развития в будущем его профессии, конечно. Между мной и Стефани. Я для себя решил, что... А может и денег. Кончено. Но хочу получить ответ от самой Стефани. Она хочет со мной встречаться. Ей будет интересно перейти со мной на следующий уровень или нет. Новый Райан позвал меня на свидание. Серьезно? Да. Вот зараза. Почему? Может, морду ему набить? Сейчас у нас со Стефани влечение. Новичок может попробовать отвести ее на свидание, но ей нравлюсь я. Мы неразлучны. Да, и она совсем не целовалась с Райаном и не говорила о том, что он нравится ей больше всех на проекте. Все верно. Ты отлично мыслишь, парень. Ты меня еще любишь? У меня есть конкурент. Судя по всему, у Стефани и Габриэла уже какие-то отношения. Так что я решил не останавливаться только на ней. Ну что ж. Нормальный, адекватный человек. Да, там она уже, видимо, с кем-то обнимается, поэтому насрать, пообщаюсь с кем-нибудь с другим. Все. Смотрите, лев вышел на охоту. Выпьем. Выпьем. Салют. За любовь. Ребята, сообщение. Ура, ура, ура!
А ну-ка! Лиза и Райан, добро пожаловать на виллу. Мы приготовили занятие, которое позволит вам получше узнать других мам и сыновей. Парни всегда думают, что знают, чего девушка хочет в постели. Ну-ну. Но так ли это? На самом деле никто не знает о сексе больше, чем девушки. Ваши плюсы – возраст, мудрость и опыт. И мы даем вам возможность поделиться познаниями в сексе с сыновьями. Нет. Заходите в дом, пора преподать мальчикам урок. Я знаю, что неплохо, если родители говорят с детьми о сексе. Ой, камера пошатнулась, извините. Это точно не будет лишним. Я сейчас говорю про какие-то прям такие основы-основы. Но если вот рассказывать про какой-то там свой сексуальный опыт, про какие-то супер такие, знаете, тонкие моментики, так скажем, я вот не знаю, насколько это комфорт. Я просто представил, как мы с мамой на проекте, она такая: в общем, Жень, в позе наездницы. И дальше я бы в целом, наверное, отказался бы все это слушать. Мама, я очень рад, что есть какие-то различные позиции, которые тебе нравятся, но знай о них сама и... И в целом все. Погнали! Ура! Я же сказал, какой-то позе наездницы. Просто какой-то кринж. Ужас. Ок. Готовим тетрадки и карандаши. Учительница уже здесь. У нас с Райаном открытые отношения. Но у них есть границы. Да, я пару раз случайно заходил в неудачный момент. Нет. Я тогда была замужем. Но я до сих пор жалею, что открыл дверь. О боже. Вот черт. Половое воспитание. Прямо все наружу. В комнате. Смешная история у меня есть, очень смешная. Я очень надеюсь, что я ее не рассказывал. Ребята, просто, ну, я считал недавно, у меня уже на канале 500, по-моему, роликов, или почти 500. Ну, вы понимаете, какое-то количество. Все ролики большие, по полтора часа плюс, в среднем, если брать. И, конечно, много из головы вылетает, но есть история такая. Я надеюсь, вы не слышали. У меня бабушка в Ухте, моя бабушка Наташа. Вот ее фотография, замечательная, моя красивая булочка, самая любимая. Она, короче, работала через дорогу. У нее была вторая работа, подработка. В Ухте, естественно, когда я жил. Я почти всегда был у бабушки. И мы, короче, с ней ходили просто по вечерам. Она убиралась в какой-то конторе. Я не помню, что это за контора, врать даже и придумывать не буду. Что-то они там делали, какие-то документы, что-то там, короче. Ну, площадь конторы метров, наверное, 120, разделено на кабинетики. Ну, такая прикольная там чил-зона, кухня. Я туда с бабушкой ходил. Естественно, всех знал. Короче, было весело на тот момент. Мне было лет, наверное, 7-8 где-то, может быть, 9 край. Да, я думаю, это, наверное, какой-то класс 3. И в очередной раз мы идем с бабушкой на работу. Она до сих пор это вспоминает, говорит, мне так стыдно. Я говорю, Бада, успокойся. Приходим на эту работу, и как раньше все это было? Бабушка убирается, а я, знаете, вот этот возраст 8-9 лет, мне нравится там смотреть эти принтеры, ксерокопии какие-то лежат, какие-то бумажки я там рисую, беру какие-нибудь там булавки. Ну, короче, просто занимаюсь какой-то ересью, хожу по офису и что-то трогаю. И в очередной раз получилось так, что она открывает дверь, и я сразу же иду просто туда вперед. Не знаю, куда я шел, я вот просто фотографическая память у меня, знаете, осталась прям вот на 100%. Я вот все помню, что было тогда. Я вот так вот иду, тут справа была кухня, бабушка сзади там условно вещи закидывает, идет там, берет швабру, что-то еще, не знаю. Я вот так иду, и отчетливо, прям как сейчас помню, стоит много бутылочек пива на одном столе, на другом, на третьем, потом там, там, там. И как-то какой-то, знаете, хаос и много бутылочек пива. И слышу какие-то звуки, но не стоны. И я вот клянусь, вот иду вот так до конца, и когда налево поворачиваешь, там, короче, такой был кожаный диван огромный. И я захожу туда, вот так голову поворачиваю, я вам клянусь чем угодно, вот рассказываю прям все, как было. Голову поворачиваю, а там просто получается, ну сейчас буду так, чтобы мне ролик 18+ не поставили. Представим, что девушка, она лежит у нас, да, именно на спине на этом диване, да, а сверху мужик, который производит какие-либо операции, да, именно банковские, да, офисные операции, да, канцелярские операции и так далее. И вот этот звук дивана, представьте, вот кожа слегка такая мокрая, и вот диван вот это... Ну, короче, каждый представил себе в голове этот звук, он хоть раз с ним точно сталкивался. И получается, все, что я увидел, это вот ноги девушки, да, которые торчат, и просто вот такая вот огромная волосатая задница, и бабушка заходит, вот так смотрит, а они нас даже не заметили. Он так берет меня за руку, и мы посмотрим.
ебом домой. Какой ужас. Она мне потом... Ну вот, я, честно говоря, не помню, что она мне говорила, но, скорее всего, что-то типа, ты там забудь, там, ну, что-то такое. Но я-то помню. Я помню вот этот вот просто срачельник огромный. У меня это на всю жизнь отпечаталось. Теперь я с травмами. Спасибо, бабушка. Из-за тебя я больной. Было полно секса. Я надеюсь, вам понравилась история, ребят. Игрушек. Как неприлично. Yeah. Даже слишком. А пиво еще хотелось уточнить. Пиво Миллер. Помните пиво Миллер? Такие маленькие бутылочки 0,33. У нас будет викторина. Ладно. Я не против урока по половому воспитанию. Женщины постарше куда опытнее в постели и могут обучить паре фишек. О, господи. Паре фишек. Приступим. Боже мой. Ребят, если вы видите блюр, бедный Дима, во-первых, пожелайте ему здоровья, ему придется это все блюрить. А во-вторых, там электрические приборы, я думаю, что силиконовые. Если хотите посмотреть в оригинале, ну, наберите, найдите где-нибудь эту серию и посмотрите, как бы, ну, просто там приборы. Вот. Боже мой, это перебор. Я не хочу даже смотреть. О, господи. Ничего себе! Господи! На столе было полно всяких игрушек и прочих вещей, так что кому-то точно будет весело. Ну что, готовы? Да, отлично, начинаем наш урок. Мамы? Да, по очереди выбирайте вопросы и задавайте их сыновьям. Я туда не пойду. К концу урока вы должны использовать весь реквизит. Весь. Понадеемся, что кому-то из вас урок потом пригодится. Это точно не какая-то вонючая пошлятина. Все нормально абсолютно. Мама будет брать огурцы и что-то показывать. Жалко, у меня этого не было в детстве, конечно. Вы с мамой обсуждали пестики и тычинки? Нет? Нет. До этого не доходило. Откуда ты узнал о сквирте? О, господи. Интернет и друзья не считаются, что ли? Ты сама-то как узнала? Ладно, все, хватит. Я первая. Хорошо. Я вообще не удивлен, на самом деле. Не переборщи. Она точно не переборщит, она абсолютно адекватная. Я пропущу урок. Я считаю, что секс нужно обсуждать только с партнером. Нельзя говорить о нем публично или с детьми. Я лучше про себя все свои грязные мысли проговорю. А ты что думаешь? Я согласен, наверное. Ладно. Какой он с мамой зажатый, вы заметили? Да, я согласен. Наверное. А сам в баньке там сидел. Хосе. Хосе. К доске. Готов? Какая разница? Ты же все равно спросил. Помню, что после того, как Поле не понравилось их свидание, они больше не общались. Просто держите это в голове. Билли классный парень, но я выбрала Хосе, потому что мне интересно, насколько он хорош в постели. Что больше всего заводит женщин? Давай. И как тут отвечать? Изучи ассортимент. У тебя там целый арсенал. Ты только там не углубляйся. Клитор? Покажи на картинке. Можно взять что-то из этого. А клитор? Вот тут. Ты все это возьмешь? Нет, не возьму. Я задала вопрос. Что больше всего заводит женщину? Хосе очень симпатичный. Но, возможно, его многому нужно научить в постели. Точно не знаю. Чем бы она и хотела, конечно же, заняться. Что нравится женщинам? Ну, во время... Все так хорошо говорят про Хосе. Напишите, вот как вам Хосе. Ну, это не байт, реально. Кому не лень, естественно. Кому лень, смотрите просто дальше шоу. Просто скажите, вот вам нравится Хосе? Он прикольный? Все комментарии анонимные, не переживайте. Когда мужчина находит точку G. Okay. Так... Там, знаете, девчонки, Хосе периодически заходит ко мне на канал и читает комментарии. Это вам так, просто навскидку. Я вижу, что Хосе вообще ничего не знает. Его надо учить.
А вы бы как ответили? Все начинается с прикосновения, с поцелуя. Ты хочешь, чтобы женщина просила тебя продолжить ниже. Нужно уметь дразнить. Будь то поцелуй рук или еще чего-то, но ты не касаешься самого главного. Ты хочешь, чтобы женщина тебя умоляла. Вот почему я одинока и не могу ни с кем встречаться. Представьте, с таким в спальне столкнуться. Мальчикам многому нужно учиться. Я, естественно, все это знал, ребят. Для меня это просто смешная тема. Но я согласен с дамами. Конечно же, поцелуй, конечно же, дразнить. Да? Ну, то есть это база. Добро пожаловать, дорогие ученики и коллеги. На мои вопросы будет отвечать мой сын. Что? Почему я? Почему нет? Харрисон, я знаю, что у тебя хорошие данные, нужно уметь их использовать. Я не говорю о... Кроме данных нет ничего, там просто пустая черепушка абсолютно. ...личной жизни. Я в тебя верю. Будет неловко. Где находятся половые губы? Он должен знать. Не знаю. Я тебе намекну. Наверное, здесь? И подсказывай. Нет, не там, нет. Нет, Харрисон, попробуй еще. Ищи губы. Вот. Да. Ты показал слишком обширную зону. Иногда во время родов там кое-что происходит. А я-то прям часто рожаю. Они рвутся. Я в шоке, что он не знает строение вульвы. С меня хватит. Это слишком. Надо знать, куда вставлять. А эти все названия изучения каждой части под микроскопом — чушь собачья. Тут такое название, тут сякое. Зачем это? Это очень важно, ведь любые отношения ведут к спальне. Мы должны уметь ублажать друг друга, иначе мы придем вот к этому. Мужчины тоже должны рассказать, что... Вы слушайте, слушайте, я тоже пока слушаю. ...нравится, как их нужно касаться. Ребята... Все отношения — это про секс. И наше занятие — про секс. О нем можно и нужно говорить. Я ведь права. Ну давайте уже. Зачем так сильно орать? Что, на выборах на каких-то, на митинге? Что происходит? Да, дамы. А вы чего молчите? Я же права. Ну скажите же. Вагина. Да здравствует пенис, да здравствует пенис. Да здравствует пенис, да, ребята. Сегодня у нас, как обычно, высокоинтеллектуальный выпуск, познавательный. И, конечно же, с отборным юмором. Вот первые шутки сейчас будет шутить Райан, 26 лет. Я удивлен, что Шарлин выдала настолько пламенную речь о половом воспитании. Ей важно, чтобы людям было хорошо в спальне. Для меня это стало шоком, но в то же время я захотел узнать ее поближе. Наконец-то спрос появился. Боже мой, я даже, если честно, рад, потому что такое ощущение, что за все серии, за все 4,5 серии уже, никто никогда ее никуда не звал. Но я вот не помню, чтобы она была на свидании, именно не потому, что там какое-то задание, да, вот я помню, она как-то пошла случайно, когда они выиграли танец, а чтобы кто-то подошел к ней и позвал ее, такого не было. И вот, ура, случилось. Райан, твоя очередь. Давай, Райан, зажигай. Назови любимую прелюдию у женщин. Ну тут все просто, конечно же, поцелуй в шею. Сзади, сбоку, спереди. Плавные, дразнящие. Ладно, все, хватит. И продемонстрируй свою лучшую... Я просто ощутил каким-то мистером кринж. Люди на одном из фруктов. Хорошо? Я люблю оральный секс, так что возьму апельсин. Вкусный фрукт. О, да. Ребят, здесь я, наверное, буду просить Диму вставлять просто мое лицо и буду вам пояснять. Извините, такие правила. Сейчас он взял манекена, вот тут ноги, спустился и начал, видимо, его как-то рассматривать. Ну, по звукам вы слышите, да, как он его рассматривает? Огонь! Боже мой! При демонстрации своих навыков... У него аж лицо покраснело. Мой сын напоминал профессора. К счастью, мне все загораживала голова Шарлин. Меня это спасло. Мне не пришлось отворачиваться. А он молодец. Я вообще не представляю, в каком состоянии я должен быть, чтобы вот я на проекте, куча людей, и мне такие, покажи, как бы ты
делал различные оральные ласки. Я вот так кладу апельсин и начинаю просто его вылизывать, что у меня аж вена на лбу появляется. Да, Райан-то, оказывается, мальчик у нас непростой. Я не смотрю. И я не смотрю. Техника Райана с апельсином так завела Шарлин, что она бы его на том же столе и завалила бы. Это было неожиданно. Он казался жутким ботаником, а потом накинулся на этот фрукт так, что мы все офигели. Парень не тот, кем кажется. Отличное объяснение и демонстрация. Я впечатлена. Если он такое умеет, то любую женщину осчастливит. Я бы посмотрела, как это делает Хосе. Ну что? Вышел месяц из тумана. Я выбираю Джимми. Ладно. А Джимми-то у нас все умеет, не переживайте, девчонки. Мы с мамой очень открытые. Это мой сын. Она предложила мне рассказать про секс, когда мне еще и 10 не было, и я даже не целовался с девчонкой, а она уже... Ты должен знать все. Нравится ли женщинам, когда им кричают на лицо? Я бы сказал, что очень малому проценту лучше... Такими темпами, ребята, это будет последний ролик «Особняк Милф». Я не знаю, что они разбушевали. Нельзя как раньше, как-то аккуратненько все. Что все мы теперь прям, ну... Целится на грудь или ниже. Нравится ли женщинам, когда им конец на лицо? Да, мне кажется, всем нравится. Вот вам и ответ. Ну, вот вам и ответ. А, дорогие мои, вас спрашивать не буду. Сами себе внутри на этот вопрос и ответьте в голове. Мне просто это неинтересно, я ролик смотрю. На разрешение. Нужно спрашивать разрешение, да. Габриэл, я ухожу. Я больше не могу. Тебе настолько скучно? Я думал, всем интересно. Извините, но с меня хватит. Это перебор. Вообще, да. Вообще, вот, если по-честному, это прям полный перебор. Уже начинается какая-то ультрапошлятина. Не хочу знать, что они делают в постели. Это слишком. Я не смогла это слушать. Я пошел к себе. Стефани внезапно встала и вышла. Габриэл, конечно же, пошел за ней. Оба блефуют. Они вовсе не такие невинные, какими хотят казаться. Согласна. Мы же взрослые люди, нам не по 14 лет. Для меня это не постыдная тема. Да, это не постыдная тема, я не про это. Я про то, что зачем вот прям так все показывать, как показывал этот вот новый парень Райан. Просто там, ну, я говорю, я это точно не буду вставлять, но там были движения из разряда... Ну вообще... как какой-то, блядь, зверь. Наверное, это классно, круто, хорошо, молодец. Но зачем это вот прям вот тут-то, вот так вот прям? Это первый момент. Второй момент. Но неужели нельзя как-то по-другому подбирать слова? Зачем прям так грязно все описывать? Это жизнь. Сексом занимаются все. В моем доме это не табуированная тема. Не все. Я уверен, что какая-нибудь бабушка, которая 87 лет, не занимается. Поэтому не надо говорить «все». Бред полный. Бежав от нас, Стефани и Габриэл показали, что они не готовы учиться новому и расти. С возрастом важна совместимость. Всем кажется, что после менопаузы у нас там все высыхает. По моему опыту, это не так. Я хочу секса так же, как и в юности. Я многое узнал на этом уроке. Я тоже, кстати, очень много узнал. Это пригодится в постели. Я узнал всякие фишки, которые, возможно, смогу использовать в постели. Фишки действительно были прикольные. Всякие фишки. Фишки всякие. Урок окончен. Я трижды кончил, а вы даже не заметили. Вы сюда садитесь, а я сюда. Но кому-то придется сидеть на солнце. Этот все поглядывает. Как это смешно. Может, пригласишь меня на свидание? Ладно. Тоже что-нибудь такое попробуем. Стефани открыто призналась, что не хочет встречаться с Габриэлом. Поваляемся. Как тебе Габриэл? Только честно. Он забавный.
Но мы больше друзья. Она сказала, что ему все... Друзья, которые в какой-то момент спали под одеялом. Не более, чем дружба. 23. Она не видит с ним отношений. Но, тем не менее, валяется с ним на диване. Остыньте, ребята. Что тебе не нравится? Да мне все нравится. Он все время агрессивный. Не надо устраивать нам сцен ревности. Вы поспорили, она не проснулась в 5 утра. Что там еще было? Я расскажу, когда переоденусь, или поговорим сейчас. Почему я с ней? Я думал, ты меня сутки к ней не подпустишь. Давай поспорим. О чем? Габриэлу сутки нельзя к тебе приходить. Господи! У меня будет целый день. Стефани пересказала ему наш личный разговор, потому что она провокатор. И мне не нравится, что она проворачивает что-то у людей за спиной, а потом распускает... Блядь, ну все понятно, ну значит больше не общайся с ней и переключись на другую. Все, боже мой, сколько можно этому солить? Ходит как этот какой-то кран строительный, смотрит и наблюдает. Вот так вот просто одна только головешка поворачивается. Стефани опять пошла на свидание. Стефани опять сидит там. Стефани опять тут. Стефани опять здесь. Стефани опять там. Стефани опять здесь. Все, Стефани, значит, там. Все, пока. Слухи. Пойду на йогу. Сходи, там круто. Стефани всегда уходит в нужный момент. Чего завелся? Ты лезешь в чужие отношения. Чужие отношения. Ребята, напоминаю, у них были серьезные отношения. Чужие, естественно. Считаю себя хорошим кандидатом для Стефани, но нам мешают ее отношения с Габриэлом. И не вздумай за спиной говорить обо мне то, что не рискнешь сказать в глаза. Он меня бесит. Обалдеть. Райан ведет себя странно. Он претендует на мою мать и пытается... Еще и сын. Он претендует на мою мать и пытается... Что он там пытается? Ну-ка. Забрать ее у Габриэла. Ты его взбесил. Разве я это начал? Я приехала искать новые отношения и встретила... Кстати, классно, она пошла на йогу, просто легла на полотенце. ...с парнями. С чего Райан вообще решил, что я делаю противоречивые намеки? Ты бы пошла на свидание, если бы он позвал? Я не хочу ни на какие свидания. Зачем ты его подстегиваешь? Не подходи к нему. Я не подхожу, он сам. Я назову вещи своими именами. Во всем виновата Стефани. Она старшая, и она явно давала молодым парням противоречивые намеки. Стефани, есть минутка? Конечно. Присядь. Что такое? Я умею разрешать конфликты, а Габриэл нет. Есть минутка. Давай разберем. Не, ребят, я не знаю, кто бы тут что ни написал, я согласиться не смогу никак с тем, что это нормально. Типа, сидит мама Райана, которая такая, ну-ка, Стефани, иди-ка сюда. Что там с моим, блин, сыночком вы не поделили? Ну-ка, рассказывай нахрен. Это уже просто какая-то дичь, если честно. Первый вопрос. Что происходит? Ты знаешь, что происходит? Почему Габриэл спрашивает меня о нашем вчерашнем споре? Он подслушал, когда я рассказывал о Билли. Райан предложил поспорить. Что за спор? Мне надо встать в 5 утра. Нет, в 5 утра ты будешь в уютной постели со мной и никуда не встанешь. С ума сошла. Я хочу убедиться, что ты ни на что не намекаешь обоим парням, потому что я видела, как Габриэл на тебе валялся. И никаких границ не было. Мы с Габриэлом очень хорошие друзья. Я бы хотел, чтобы моя мама выясняла отношения с какой-то девушкой, с которой у меня что-то не складывается. Да. Это отличный выход из положения. Райан, молодец. Мама Райана, респект вам. Очень классно все. Это все. А ты ему сказала, что вы просто друзья? Он знает. Откуда он знает? Нет, знает. В этом-то вся проблема. Какое же это тупое и классное шоу, я не могу. Просто еще раз, парень пожаловался маме, чтобы мама поговорила с его возлюбленной, и вот они решают вопрос. А мы это смотрим. Просто какая-то деградация. Я ей не верю. Нет, хватит, прекрати. Это все вранье. Райан, 30 годиков. You know? Не, просто расскажи. Мам, спроси у нее. Ну типа, че? Ты че думаешь, я тупой? Мне 30, расскажи. Расскажи моей маме, что произошло не так. Че, почему ты валяешься на нем? Ты дала мне обещание. О. Straight fiction. У меня такое ощущение, что я взрослее был, типа там, в 23, 22. Fiction.
Мы с ним хорошие друзья. Он об этом знает. Мы с тобой друзья. Я не хочу друзей, которые мне врут. И в чем я тебе вру? Распускаешь слухи. Какие? Он странно себя ведет. А я вру? Ты не ответила на вопрос. Плевать. Видишь, о чем я? Все. Эта парочка потенциально развалилась. 100%. Бред, правда? Это было ужасно. Он на меня накинулся вместе с мамой, пригласил ее послушать и сказал, что я кому-то вру. Я не хочу с ним общаться. Я с этим мириться не буду. Ты сама начала, хватит. Ну и ладно, мне тоже это не надо. Что за бред? Пошел он. Люди показывают свою личину, и она показала свою. Ты пропустил весь скандал. Шана и Райан устроили мне очную ставку из-за того, что ты ко мне прижимался, когда мы лежали на диване. А что, нельзя? Ты его девушка? Нет. Теперь ты увидела, какой он идиот. Я знаю, что нравлюсь ей, знаю, что у нас могут начаться отношения. Наверное, Райан обиделся, что у меня... Это самый уверенный чел на проекте, просто самый. Со Стефани все отлично складывается. Даже по взгляду, я думаю, у него нет просто ни процента сомнений. Он реально просто такой. Я знаю, что я ей нравлюсь. Да, я такой рассекой парень. Я просто вспомнил тоже, как он себя вел на свидании. Это такое чудище, что я бы больше не пошел с ним никуда и никогда. Ты королева, и тебе не нужна эта нервотрепка. Мне нравится компания Гэбриэла, он джентльмен. С Райаном мне нравится общаться, он интересный. Да, джентльмен. Вспомните, да, вот эту вот сценку за столом? Что-то сидит. Да, это реально джентльменские поступки. Девчонки, запомните их. Только такие проекты могут дать понять вам, как должен вести себя настоящий джентльмен. Седник. Но отношения я пока ни с кем не начала, и я ясно даю это понять. Я еще не решила, с кем хочу быть. Ну, как там ваш конфликт? Пока еще не разрешен. А что происходит? А вот что. Я тебе все честно расскажу. Мы все приехали сюда знакомиться. Это наша цель, да. Райану нравится Стефани, Гэбриэлу тоже. Но она взрослая женщина и должна установить границы. А то получится так. Интересно, почему она кому-то что-то там должна? Как это вообще работает? Почему мама лезет? Мне просто хочется задавать этот вопрос уже раз 45-й. Она моему сыну говорит одно, а потом вдруг валяется на диване с другим, и он к ней тесно прижимается. А потом она говорит... Что они просто друзья, потому что Гэбриэл... Я просто напомню то, что она это говорит Хосе, который поцеловался, сходил на свидание и в какой-то момент просто резко исчез. Он точно тебя выслушает, он тебя поймет, и он точно скажет, как надо было бы сделать, чтобы это считалось правильным. Гэбриэл дружит с Билли. И это раздражает уже меня. Не надо признаваться в симпатиях моему сыну, чтобы потом спать с другим. Это подло. Стефани, видимо, наслаждается вниманием. Она не признает тот факт, что, не установив границы, она попросту играет с чувствами двух парней. И именно она провоцирует никому не нужный скандал. Нельзя вводить людей в заблуждение. Сказала что-то, не меняй мнение, так нельзя. Да, да, говорит. Да, 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 да. То есть конфликт случился, потому что она не договаривает. Именно, все верно. Поэтому я и говорю, что обвиняю ее. Угроза в ней, уж извини. Она виновата. И вместо того, чтобы это признать, она убегает и отказывается говорить. Мудрая женщина не станет так делать. Она прояснит свою точку зрения и не станет убегать от разговора. Нет, 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 нет. И как ты относишься к тому, что она нравится Райану?
Или бы ты хотела, чтобы он бросил за ней ухаживать? Если честно, меня ее поведение злит. А меня в этой жизни злят всего две вещи: когда обижают моего сына и когда считают мои деньги. И точка. Я знаю, что Райан приехал искать любовь, а Гэбриэл приехал просто повеселиться. Это два совершенно разных подхода, и Стефани должна решить, какой ближе ей. Все любят своих сыновей, это прекрасно. Я знаю, что про тебя шутят, говорят, ты без мамы ничего не можешь. Как ты к этому относишься? Плевать, правда? С моей мамой весело, и я не против всегда быть рядом. Да, в этом я с тобой согласна. Я считаю, что главное достижение матери — это когда дети так высоко ее ценят. Это точно. Ладно, хватит с нас этих умных разговоров. Точно не как Хосе. Я просто, я не знаю, это рекордный маминкин сынок. Прям вообще максимально. Пойдем веселиться. Кал, это амбассадор маминких сынков. И то, чтобы мне не нравились умные разговоры, но все же, я понимаю. Идем поиграем в теннис или в гольф. В пенис. Или еще что-нибудь. Я даже есть не хочу. Хочу сразу уехать. Не говорите ему бросать меня в воду. Я возьму тебя на руки и буду с тобой плавать. Вчера Сайон пригласила меня на свидание, и сегодня мы идем плавать с китовыми акулами. Ты мне нравишься. Хочешь сходить на свидание? Конечно, с удовольствием. Слава богу. Я давно хотел пригласить ее на свидание, а она меня опередила. Мне не терпится провести с ней время и получше ее узнать. Они очень быстро... Сайонг, на самом деле, она прикольно выглядит, но когда вот ты долго смотришь на всех других, и потом резко появляется Сайонг, такое ощущение, что просто какая-то филиппинская няня пришла. Знаете, такая типа, сейчас 5 секунд, я тут быстренько кое-что заберу и ухожу, все. Сегодня я сделаю так... Ну вот так уже нет, а вот когда там за столом сидит, да. Чтобы Хосе стал моим... Добро пожаловать, меня зовут Армандо, я буду вашим гидом. Армандо, я его знаю, мы его брали, когда тоже плавали с акулами. Офигенный этот диктор. Ой, блядь, экскурсовод. Сегодня мы будем плавать с китовыми акулами. Отлично. Да, но сначала... Правила, знакомьтесь с нашим капитаном Роберто. О, Роберто, блин, прикольно, что они всегда в одном составе, видимо, катаются. Пока. До свидания, сеньориты. Я в предвкушении. Как же тут красиво. И компания приятная. Мне очень нравится. Сайон веселая и такая счастливая. Давайте еще раз, ребята. Да. Блин, тут реально круто. Классные волны, согласна? Согласна. Йоу, блин. Тут, чувак, ты шаришь за эти волны? Мы идем купаться с акулами, мать его. Очень приятная, и мне нравится ее мировоззрение. Меня всегда тянуло к таким женщинам, и я... Которые могут переспать с твоим лучшим другом. Да, меня тоже тянут. Это мировоззрение достойно все-таки оценки 5. Я бы так сказал. Рад, что могу разделить этот момент с ней. Китовые акулы — это не киты и не акулы. Это китовые акулы. Это крупнейшие рыбы в мире. Я впервые буду плавать с китовой акулой, и мне уже не терпится. Не знаю, чего ожидать, но я готова ко всему. Готова? Особенно потому, что Хосе будет рядом. Погружаемся. Ладно, кадры, конечно, очень даже интересные. Я бы тоже так поплавал. Единственное, я перед этим стрессовал бы, наверное, дней 40, но я бы поплавал. Китовые акулы произвели на меня впечатление. Что, акула все понимает? Она такая, да, давайте сфоткаемся. Коптер там поднялся? Да, все, я стою на месте. Давайте, ребят, подплывайте. Это было уникальное погружение. Сайон, что? Огромное, боже мой. Я посмотрела ей в глаза. Это было потрясающе. Такое чувство, будто мне все это снилось. Я стала ближе к нему, разделила этот момент с Хосе.
Как здорово! У меня ни с кем такого не было. Круто! День удался! Не то слово. Смотри, что? Горбатый кит! Ух ты! Да, конечно, красиво это все. Посмотрите, какой он огромный. Мы увидели горбатого кита. Сайон была рядом, и это было потрясающе. Мы никогда не забудем этот день, он нас очень сблизил. Я хочу поближе узнать Сайон и встретиться с ней еще раз. Сначала пройди чекинг от мамы полноценный, потом уже рассказывай тут на камеру, что бы ты хотел. День мы с тобой запомним на всю жизнь. Это точно. Было красиво. Спасибо. И тебе. Ты... Давайте уже, блин, сделайте нахрен эти поцелуйчики, блин. Куда? Хосе поцеловал меня в щеку. Но я надеялась на поцелуй... Но я надеялась на поцелуй в грудь. Губы. Было бы приятно. Но я уже понимаю, что готова начать с ним отношения. Было потрясающе. Спасибо. Это был особенный день. И ты особенная. Нет, ты. Спасибо большое. Что думаете по поводу свидания Сайон и Хосе? Они поехали смотреть на китовых акул. Наверное, интересно. Это лучшее свидание. А можно я честно вам скажу? Да, давай, скажи. У нас с Хосе были очень вдумчивые свидания. Мы сходимся во многих взглядах. Хосе очень добр к окружающим. Ну, крутое имя. Шеннон. 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 Прикольно смотрится, прикольно читается, точнее. Это одно из качеств, которые я в нем очень ценю. Но что касается любовных отношений, у меня с ним все намного серьезнее. Я хочу взять от жизни все. Живем один раз. В испанском есть пословица. Звучит сексуально, а что значит? Твой опыт всегда останется при тебе. Я не волнуюсь из-за его свиданий с другими. Наши беседы и дружба намного глубже. С Сайон он разделяет жажду приключений, но не более того. Я не видел, чтобы они общались. Они и не общаются. Думаешь, они сойдутся? Нет, конечно. Правда? Да. Хосе сходил на свидание почти... Прикольно, как она уверенно рассуждает, но при этом мы смотрели, как 15 секунд назад эти ребята такие, да, мне все понравилось, да, мне тоже все понравилось, да, я бы хотел с ней развивать отношения, да, я бы хотел развивать с ним отношения. Вы, ребята, ну, те, кто сидят сейчас в этой комнате, как обычно, все считали просто, как вот, как открытую книгу, как я в начале National Geographic читал. Молодцы. Теми женщинами на вилле. Надеюсь, что он не бабник, который просто прикидывается милым парнем, чтобы получить внимание. Надеюсь, он не станет разводить мою маму. Рассказывай все. Акул видели? Да, видел. И желательно прям вот именно реально все посекундно, потому что не дай бог потом посмотрят когда-то серии, ты что-то не договорил. Ну, Хосе, удачи тебе. Правда, конечно, было волшебно. Да? Мы погружались китовым акулам, а потом из ниоткуда появился горбатый кит. Да ладно! Да! И нам очень понравилось. Между вами проскочила искра. Сайон потрясающая. Она показала себя с другой, более беззаботной стороны. Она много смеялась и проявляла заботу. Я за тебя рада. Спасибо. Каждая женщина из тех, с кем я встречался, особенная по-своему. И я нашел много приятных спутниц, но именно к Сайон я чувствую самое сильное влечение. Вот как? Да. Надо же, я уверен. Я этого не ожидала, правда? Может... Вспомните, что ребята в комнате говорили секунд 40 назад. Было не вне, а в том... Не-не-не, они... Тут точно, блядь, они не сойдутся 100%. Что вы вместе делали? Как ты думаешь, ты был бы так же доволен, если бы вы сходили куда-то еще? Не знаю.
Я вижу, что Хосе сумел со многими подружиться, даже с Келли, но я сомневаюсь, что его привлекает Сайон. Ну, тогда, ребята, извините, я забираю все свои слова обратно. Если вдруг Пола считает, что вряд ли ее привлекает Сайонг, или как? Подождите. Подружиться даже с Келли, но я сомневаюсь, что его привлекает... Да, привлекает Сайонг. Тогда, возможно, реально его не привлекает Сайонг, потому что, как сказала мама, так сделает и сына. Все хорошо, все нормально. Сайонг. Она замечательная, но они явно просто друзья. Знаете, кого бы я выбрала для... Ну, конечно, кого, ну-ка? Я бы выбрала Шанну. Она очень вдумчивая, и Хосе в этом на нее очень похож. Им есть о чем поговорить. Как ты думаешь, Шанна расстроится? Она ведь наверняка хочет снова с тобой встретиться. Мне нравится Шанна. Мы с ней много общаемся, я это вижу. Тут важно дождаться той самой искры, но я не знаю. Тут не объяснить словами, все сложно. Теперь я задумался, не вызваны ли мои чувства к Сайон эмоциями, которые я испытывал вместе с ней, а не ей самой. Если бы я пошел на такое свидание с Шанной, почувствовал бы я то же самое или нет? Нужно взять паузу и все обдумать, чтобы... Просто ебануться. Просто мама — это какой-то император. Она вот что-то сказала, и ему это сразу посеялось в голову. А я сейчас так подумал, а может, ну нахер эту Сайон? Может, на самом-то деле ничего ей не было так хорошо, просто мы совместно... Короче, ладно, вы это слышали, не хочу пересказывать, просто это реально выглядит как какой-то зомбированный человек. Забраться в себе. Поживем, увидим. Посмотрим. Бедная Сайон, все, короче, Сайон в помойку улетела, до свидания. Да. Вам это понравится. Приготовьтесь вернуться во времена, когда вашим мамам было столько же, сколько вам. У нас вечеринка в стиле 90-х. О, ура, наконец-то в стиле 90-х. Бэйш! У нас дискотека 90-х, и я счастлива. Покажи-ка, как ты танцуешь. О нет, придется снимать туфли. Такие вечеринки у меня были до рождения Харрисона. Мне будто снова 16. В 90-е мне было минус 10 лет. Это смешно. Даже сперматозоидом в яйцеклетке. А я вот в 90-х уже жил, конкретно в 97-м. Появился на свет вот этот главный бандит, Макаров Евгений Владимирович. Да, я не знаю, зачем я эту кринжатину сейчас сказал, извините, ребят. Давайте дальше. Я пока еще не привык, у меня перерыв был. Как же ему тяжело сидится-то, а? Ёперный, блин, давай нахрен коктейль за коктейлем, блин, чтоб не смотреть за этим. Или чтоб напиться и пойти уже нормально разбираться, как мужик, кулаками, конечно же. Мне постоянно кажется, что Стефани и Гэбриэл шушукаются за моей спиной, и меня это оскорбляет. Привет, привет. Можно тебя на минутку? Да, что такое? Ничего. Не смотри на меня так, будто тебя бросили на выпускном. Я замерзла. Или будто парень не пришел. Все нормально. Я хочу получить четкое понимание того, как она ко мне относится. Есть у нее ко мне романтик... Давай посмотрим, Райан, давай. Какой интерес. Как дела? Хорошо, но тот разговор был крайне неприятным, и я в шоке от того, что твоя мать устроила мне допрос. Мне это не понравилось. Я не хотел застать тебя врасплох, но это же бессмысленно. Мы сходили на свидание, ты меня поцеловал, и я ответил, и все.
И теперь я вдруг истеричка? Да. С каких это пор? С таких, что ты... Просто хочу вам напомнить, да, что ребята сходили на одно свидание, периодически как-то общаются, и уже на этом этапе он выносит ей мозги. Понятно, что как бы в его жизненной картине, да, все должно быть вот так. В ее там вот этак, да. Я просто клоню к тому, что они не начали встречаться, но уже идет прям вынос мозга. Это отличное начало. Если ваши отношения начинаются не так же, я думаю, что не стоит продолжать просто, ребят, вот и все. Ни ему, ни мне не говоришь всей правды. Какой правды? Ты сказала Габриэлу то же, что сказала о нем мне. Я не могу понять, почему тебя так заклинило на том, о чем я говорю с Габриэлом. Ты что, думаешь, что я с ним постоянно целуюсь и говорю, что хочу встречаться? Если честно, мне плевать, что вы там делаете. Мне важнее мы. Тебе не плевать, раз ты делаешь такие выводы. Я приехала встречаться и искать отношения. А Райан на меня давит и торопит сделать выбор. Он портит все, что между нами могло бы быть. Все, там уже просто, там уже максимально без шансов. По-моему, ты нам рассказываешь две разные истории, судя по его поведению. Давай его позовем. Хочешь, позови. Давай. Давай. Я не думаю, что Стефани заинтересована в отношениях с Габриэлом. Ей просто нравится внимание. Ему кажется, что я вам... Зачем это выяснение нужно? Будем вру. Ты хотел поговорить? Я не понимаю. Начнем с того, что поговорить я хотел со Стефани, а не с тобой. Давай по существу. Я не понимаю. Я пытаюсь разобраться в вашем поведении. В вашем поведении? Скажи нормально. Задолбали твои загадки. Не перебивай меня. Можно кое-что сказать? Давай. Мы со Стефани просто тусим. Проблему в этом видишь только ты. Проблемы обычно не создаются одним человеком. Стефани, у нас же все нормально? Я не просил ее привлекать. Я была с ним на одном свидании. Не втягивай ее. Тебе дать совет, как с ней общаться? Не нужен мне твой совет. Я готов помочь. Какое же это тупое выяснение, Господи. Господи, боже мой, мне ж плохо. Ты не понимаешь, мы с ней друзья. Зови ее на свидание. Ты не понимаешь. Стефани взрослая женщина. У нас нет никаких романтических чувств. Мы просто тусим. Она рассказывала мне о вашем споре, о том, что если она не встанет в 5 утра, мне сутки нельзя к ней подходить. Я не понял. А вот и проблема-то, лгунья. Лгунья? Она соврала, что рассказала тебе о споре. Да чего ты прицепился? Ты меня не волнуешь. Сядь. Я вообще не хочу общаться с обманщиками. Тогда езжай домой. Я пошел. Почему ты так грубо с ней общаешься? Ты мне врала. Зачем ты ее обзываешь? Прекрати. Стефани мне нравится. Я не позволю ее обижать. Райан своим поведением убил все шансы на отношения со Стефани. Ей нужен адекватный парень. Как он? Девчонки, адекватный парень. По ссылке в описании. Тебе просто обидно, что ты ей не нравишься. Тогда зачем она поцеловала меня и сказала, что на тебя ей плевать? Опа, а вот тут уже интересный такой поворот глаз получается у нас, ребята. Нарцисс. А когда ее уличают, она убегает. Надоели эти истерики. Может, вся проблема-то все-таки в Стефани? Мы сходили на одно свидание и поцеловались один раз. С Габриэлом я гораздо ближе, и это самое важное. Не целовалась ни разу. Райан, ты меня оскорбил. Я сказал правду, ты лгунья. Тебе 45, а ты в интрижке не наигралась. Я слишком стара для этого, поэтому уходишь с тем, кого называла сопляком. У меня комната наверху. Он сумасшедший, бред. Врала ему так же. Он обиделся, да. Все, я знаю свои предпочтения, и Стефани больше в них не вписывается.
Насколько хорошо. Это мы, ребята, посмотрим с вами уже в следующей серии. Ну что, мне очень понравилось, я очень скучал. Хорошо, что я снял ролик. Я думаю, что я сниму ролик еще завтра. И я уже жду свой приезд в свой любимый кабинет, когда я начну работать полноценно. Поэтому, ребятки, спасибо огромное, что посмотрели этот ролик со мной прямо сейчас. Ставьте лайк, пишите комментарии, как вам. Отвечайте на вопросы, которые задавал ранее. Пишите, что думаете по поводу всех этих конфликтов. Я вас люблю, ценю, целую, обнимаю. Ждите, скоро полноценно уже вернусь. А я пошел гулять по, кстати, сегодня очень ветреному Амстердаму. Прям очень ветреному. Ну а что делать? Придется гулять по ветреному Амстердаму, ребят. Вот такие нынче проблемы у меня. Ужас. Сказали бы мне это лет 5 назад, я бы с ума сошел. Я бы готов был идти по Амстердаму, в котором просто гроза и молния бьет в каждый магазин. На этом все. I love us. Так странно звучит, как будто я люблю жопу. Спасибо за просмотр. Пока.